Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе областного комитета природы, с 17 апреля в 9 лесничествах региона стартуют санитарные мероприятия. Леса обработают от вредителей. Для определения территории были проведены исследования, которые показали, что избавить от насекомых нужно 10 тысяч гектаров. Самые большие участки в Ольховском и Михайловском лесничествах. Бороться с вредителями будут как с воздуха, так и с земли с помощью аэрозольного генератора. Если начиная с 17 апреля в лесах вы заметили предупредительные аншлаги или шлагбаумы, то знайте, что эта территория подлежит обработке. На участке нельзя собирать грибы, ягоды и пасти животных. Завершить работы специалисты планируют к середине июня.